Дорогие друзья, итак, мы продолжаем служить Гопалачампу, прекраснейшему произведению, подарку ко всем в этом мире, его божественной милости. Ачарья Дева Шрила Джива Госвами Прабхупады. Мы читаем 28 главу. Глава называется «Лесом Бикаван». Каждый день в собрании рано утром два брата начинали рассказ. Снигда Канта сказал: «О, Мату Канта, послушай недавнюю историю о Кришне.
Кришне исполнилось 9 лет, и это принесло всем радость. В этом году холму Говардхану поклонялись с большим вниманием, чем в прошлом. Когда поклонение закончилось и минуло несколько месяцев, настал благоприятный, привлекающий всех праздник Шиваратри. Каждый год в Раджаваси радостно шли в лес Амбики поклоняться Шиве, так как в том месте почитали супруга Парвати, хотя обычно люди шли туда с желанием обрести славу и удачу. Там они щедро раздавали богатства, но в этот год время не благоприятствовало для поклонения из-за расположения звезд. Когда в Раджаваси вспомнили об Амбикаване, Кришна, возбужденный волнами своих игр, привлек сердца всех пастухов и Нанды. Нанда решил отправиться в лес Амбики и велел всем готовиться к путешествию. Люди суетились, собирая и укладывая скраб на длинные повозки и запрягали быков. Яшода, хранительница Враджа, благоухая любовью к Кришне, счастливая, готовилась к поездке вместе с женами пастухов. Все, кроме Упананды и Апинанды, которые остались защищать коровы Гокулу, радостно отправились в лес. Сананда и Нандана следовали за Нандой и Кришной, как их защитники. Женщины Враджа лучились красотой, их глаза, подобные трясогузкам, танцевали на их лотосных лицах. Их груди, напоминающие золотые кувшины, сверкали причудливыми узорами из мускуса. Колокольчики на их стопах нежно позванивали. Людей Враджа можно было не только видеть издалека, но и слышать их разговоры и грохот их повозок. Даже слепые могли понять, кто движется по дороге. Стекая со всех сторон, они шли в лес Амбики с музыкальными инструментами, с песнями, цветами и криками «Джая!». Также там были незримые полубоги и толпы людей, сгорающие от нетерпения увидеть Кришну. Кришна и Баларама в окружении старших взгромоздились на повозку, устланную покрывалом. Сидя на возвышении, Кришна в надежде увидеть праздник, чинно ехал по дороге. С друзьями в любопытстве оглядывая все вокруг, Кришна въехал в лес Амбики под опекой Яшоды. Как земледелец первым встречает трудности добывания воды и затем находит источник нектара, путешественники, идущие в лес Амбики, по удаче своей увидели Кришну. В этом путешествии произошли чудеса, потоки реки, смешанные со слезами, с растениями шайвала, которые, подобно волоскам, стояли дыбом, и с цветущими лотосами, напоминающими глаза, текли к океану красоты Кришны и замирали от блаженства. Очарованные его именем и красотой, люди, глядя на Кришну, восклицали: «Смотрите, смотрите!» Кришна с трудом успокоил их волнение, и, наконец, жители Враджа разбили в том месте лагерь. Приехав туда, омывшись и раздав милостыню вместе с жрецами и доброжелательными, из любопытства увидеть жителей святого места, лотосаокий Кришна, сияющий после омовения, умощенный сандаловой пастой, пошел погулять вместе с друзьями и Баларамой. Они радовались при виде украшений людей, рожденных в разных областях, с разными привычками, пищей, языком, обычаями, поклонением и местами отдыха. Увидев Кришну и Балараму, люди восхищались. «Ах, взгляните, это же Кришна и Баларама, а вот и Шридама!» Они пили нектар своими глазами, нектар их красоты, как пчелы пьют мед с цветов. Опьяненные их красотой, предлагая себя для их блага, с опущенными вниз лицами, полными слез, они подошли к Кришне и остались стоять со сложенными ладонями.
Кришна же благосклонно принял их подношение и любовь. Все богатства, люди и предметы, которыми вы и ваши родственники обладаете, принадлежат мне. Теперь все это я с любовью возвращаю вам». Довольный ими, Кришна вернулся в свое жилище. Там он пообедал, доставив удовольствие Яшоде, надел на себя лучшие украшения, гирлянды и наряды. В окружении людей для собственного блага Кришна всю ночь поклонялся вместе с паломниками, пришедшими соблюдать Шива-ратри, Шиве, великому преданному, высшему гуру, дарующему благо всем вайшнавам. Затем Кришна у храма Шивы смотрел на разных людей, изумляющих своим знанием, и слушал возгласы жителей Враджа и жителей других мест и окрестностей. Все враджаваси сияли, подобно деревьям желаний. Счастливый Нанда, сын Парджани, сиял, как главенствующее божество этих деревьев. С рассветом жители Враджа раздали вкусные яства и почтили бесчисленных браманов, прославленных своей родословной. Так они приумножили и собственную славу. Затем жители Враджа с сердечной любовью проводили всех паломников, словно те были их старыми добрыми друзьями. Кришна провел всю ночь под заботой родителей и жителей Враджа в том месте под темной луной. Следующей ночью паломников было мало. Когда шум стих, усталые от разговоров с прошлой ночи, все погрузились в глубокий сон. Кришна, желая поиграть, ушел в другое место, и счастливый в обществе друзей тоже уснул. И в это время из кромешной тьмы ночного леса, раскинувший свой густой покров, выпал старый беззубый питон и принялся с жадностью заглатывать за стопы Нанду, чей ум всегда думал о Кришне. Нанда проснулся и закричал от боли, призывая сына: «О Кришна, Кришна, Кришна! Почему этот ужасный зверь пожирает меня?» Думая о Кришне, он лишился чувств. Отважные стражи повскакивали и схватили мечи. Сильнорукие они, увидев змея, подобно Раху, пожирающего луну, на мгновение оторопели от изумления. Тщетно пытаясь рассечь на куски питона, они не видели другого способа остановить его. В великом горе они избивали змея горящими факелами, причиняя ему боль, но питон не отпускал Нанду. Кришна, проснувшись по первому зову Нанды, вскочил на ноги и с быстротой небесного слона Айраваты примчался к тому месту. Там того не заметив, он наступил лотосной стопой на хвост змею, и тот сразу же отпустил Нанду. Как только он отпустил Нанду, то тут же покинул тело змея и преобразился в небесного Видядхару. Кришна нежной рукой прикоснулся к стопам Нанды и вернул его к жизни. Когда все поразились при виде преобразившегося Видядхары, по имени Сударшана, он вознес молитвы Кришне и рассказал, как был предан проклятию. Затем, с позволения Кришны, он вернулся в свою прежнюю обитель. Что говорить о других? Замужные женщины Враджа, преодолев застенчивость, подошли туда, чувствуя беспомощность. Собравшись вместе, они громко обсуждали случившееся. В это время Кришна и Баларама обняли своих отца и мать, матери обняли Кришну и Балараму, а другие женщины в великой радости обняли их матерей. С рассветом все решили покинуть лес Амбики. На красивых повозках они быстро преодолели далекое расстояние и вернулись во Врадж. С музыкой и пением под сопровождением ведийских мантр Упананда и другие приветствовали Нанду и провели обряд поклонения ему, Кришне и другим паломникам, согласно обычаю. Они отвели их в цветущие рощи, где они приняли омовение и насладились трапезой. Радостно общаясь, они справились о здоровье, об удачном путешествии и разошлись на ночлег
по домам. Рассказчик закончил. «О, Нанда, ты породил славного сына, сияние ногтей с твоих лотосных стоп рассеивает любую тьму». И здесь, дорогие друзья, закончилась глава 28, которая называется «Лес Амбикаван». Его божественная милость Шрила Джива Госвами Прабхупада Киджаева. Его божественная милость Абхай Чарана Равинда Бхактивидан с вами Шрила Прабхупада Киджаева. Вся слава всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху Нитай Гора Премананде. Спасибо вам большое.